В эту субботу, 19 июня, в Мегамолле пройдет благотворительная ярмарка по раздаче бездомных щенков и котят. Она будет работать с 10 до 16 часов. Вход на ярмарку свободный. Не забудьте взять с собой паспорт для оформления, а также ошейник и поводок для будущего питомца. Если нет возможности приютить животное, но вы хотите помочь, приносите сухие и влажные корма, крупы, консервы, поводки, ошейники и ветпрепараты.